Приветствую вас на канале RedCat. Вы меня давно просите показать босса в Mad City. Ну что ж, давайте попробуем его пройти. Захожу в игру, в принципе, без разницы, за кого заходить. Но, конечно, лучше за супергероя, потому что, к примеру, у вас будет действовать еще сила вашего супергероя. Вы можете стрелять, вы можете, как флэш, быстро передвигаться. Но лучше всего, наверное, взять героя, который будет хорошо стрелять, у которого будет большой разовый урон. Помимо этого, конечно, берите оружие, МП-5, берите лазерные пушечки, берите броники, все берите, что вам может пригодиться, и летите вот сюда. Вот тут, ребят, есть генератор, который нужно заполнить до конца с помощью 10 батарей. Итак. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Находим вот такие вот батареечки. Они раскиданы по всей карте, причем они спавнятся в одном и том же месте. Поэтому, если вы здесь подождете, я не знаю, секунд, наверное, 20-30, то здесь опять батарейка появится, вы ее заберете. Дальше приносите батарейку вот сюда, закидываете, и вот так это работает. Каждая батарейка приносит 50 сил. Собираете 10 батареек, заряжаете на 500. Ваш генератор, и все, и попадаете после этого к боссу. Как я уже сказал, место спавна у них одинаковое все время, поэтому вы их без какого-либо труда сможете находить. Также, ребята, на карте есть подарочки. Сейчас я вам покажу. Вот слева вот такой вот подарок есть, который вы можете тоже получать, но для этого вам нужно грабить. Ну, короче, все как обычно вы делаете в этой игре. Смотрите. Подбираем подарок и давайте в нем посмотрим. Вот так вот он выглядит, и справа вы видите задание. Закончите ограбление, вы получите 15 очков. Надо собрать 100 очков. Довольно-таки долго придется вам 7 ограблений, скажем так, сделать для того, чтобы это сделать. Ну, либо же нужно арестовать криминала и так далее, и тому подобное. Также, ребята, каждые 5 раз вам спавнится какой-то гарантированно другой подарок. Так что большой шанс, вероятно, что вы можете выиграть даже, я так понимаю, автомобиль. Легендарочку, шанс на который 2%. Я за робоксы специально открыл, чтобы вам быстро показать. Вот такой вот я получил скинчик. Ну что ж, ребята, неплохо. Ставьте лайк, ребята, если вам получилось выбить машину. Ну а вы видели две машинки, которые мы сейчас попробуем получить вместе с отрядом. Итак, ребята, когда вы уже собрали все 10 батареек, вы подходите в кружочек, который вы видели, где мы стояли. Он буквально в пару шагах от этого генератора фиолетовый. И максимум может пройти сюда 10 человек. По моему мнению, лучше, наверное, команда из 3-4 человек, потому что и босс, скорее всего, у вас будет не такой сильный. В любом случае, я думаю, что большая часть все равно умрет вашей команды. Соответственно, вы ничего особо не выиграете, только потеряете, потому что вам нужно будет убивать босса намного дольше. Итак, ребята, что у нас тут происходит? У нас есть точка спавна. Это вот такие вот кристаллы, которые горят. Из них постоянно вылазят разного рода эльфы. Одни стреляются, другие бьют, третьи очень сильные, которых долго убивать. И таким образом вам нужно будет дойти до босса. Мы сейчас зашли в первый раз, пробуем в рандоме это все сделать. Нас вот тут 5 человек или сколько-то, да? И вот сейчас вот мы пытаемся все это сделать. Как вы видите, если не разбивать эти спавны, то... Оп-оп-оп-оп-оп. Уже видите, я только начал игру, уже 2 раза меня ударил гномик. Я не знаю, ребят, как это пройти, если честно, потому что, ну, реально очень сложно. Кидают бомбы, потом вы еще должны дойти как-то до босса. Ну все, короче, взрывается рядом бомбочка, и я умираю. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. На мой взгляд, это вообще нереально для прохождения. Также, ребята, попутно вы можете еще найти вот такую вот пещеру. Здесь, я так понимаю, снималась сценка. Сейчас я вот покажу, как сюда зайти. Надо вот конфетку обойти и вот сюда прыгнуть. Вот, вы попадаете, помните, где курица с тенью общалась? Вы даже можете по ней пострелять. Ну, это такая пасхалочка небольшая. Идем дальше.
Короче, смотрите, что мы сделали, ребята. Играть реально долго. Мы сейчас, так как это мой VIP-сервер, у меня есть админка. Админка позволяет мне сделать бессмертие. Но не радуйтесь, ребята, за меня, потому что если я пройду на бессмертие весь этот ивент, то машину я не получу. Точнее, я ее получу, но как только я перезайду на сервер, либо же просто выйду из игры, она мне сразу автоматически пропадает, весь прогресс, который был в игре. Ну, такие условия. В любом случае, это круто, потому что я вам могу показать, как пройти. На канал мой подпишись, лайк поставь, мне не скупись. Проходить, ребята, 40 минут с бессмертием. Ребят, 40 минут с бессмертием. При том, что вам нужно ни разу не умереть. Ну, по мне это вообще нереально, потому что реально такие бомбочки, а боссы и вовсе там будет просто кошмар твориться, и никакого, мне кажется, шанса выжить там нет, просто нет. Для кого сделали этот ивент, непонятно, разработчики, скорее всего, никто из вас не получит эти призы, если вы не читер, или какой-то баг, если не найдется. На данном моменте я вообще не вижу вообще ни одного способа пройти этот ивент. Надо быть супер круто, не знаю, стрелять, чтобы это был маленький, скорее всего, 2-3 человека взводик, и таким образом попытаться как-то пройти. Потому что вы видите, сколько нужно стрелять в эти спавны. Они довольно-таки долго убиваются, потом спавнит бесконечное множество всяких эльфиков. Ну, короче, ребят, если вы потратите 30 минут и все это каким-то чудом пройдете, вы дойдете до вот такой вот клетки. Она вас перекинет непосредственно уже к боссу. Кстати, потом я покажу вам, что будет, если на мехе зайти в этот режимчик. Итак, смотрите, ребята, дальше. Тут у нас был какой-то олень. Стоит себе олененок тут, и больше ничего не происходит. Ну и сейчас, ребята, из этого оленя, я так понимаю, появится огромный босс, которого нужно убить. И это, опять же таки, очень сложно. Сейчас я вам немножко расскажу, как это сделать, потому что мы сами реально, наверное, минут 5 его стреляли, вообще не могли понять, как его убивать, потому что ничего не происходит. Опять же, такие вот спавны появляются, из которых периодически будет кто-то вылазить. Первое время я пробовал их все уничтожать. Сказать, чтобы это что-то дало, то нет. Ничего как бы особо не происходило, они опять возрождались, поэтому я предлагаю на это не тратить время, просто убивать тех, кто с них спавнится. Через какое-то время они перестают активно спавнить разных эльфов и так далее. Ну а теперь, что касается босса, как же его убить? Да, появляется момент, мы все-таки нашли, в чем закономерность, когда он застывает, когда вы можете в него попадать. Вы видите, что происходит. Тут какие-то постоянно смерчи, лазеры какие-то стреляют, еще эльфы периодически спавнятся. Как в этом выжить и не потерять здоровье, я не знаю. Вот смотрите, ребята, а теперь самое интересное. Видите, такие как бы челюсти, вот зубы бегают, белые такие челюсти. Они за лимбочкой побежали. Короче, ваша задача, чтобы эти челюсти погнали за вами, и вы пробежали мимо босса. Тогда они как бы его кусают, и только тогда вы можете в него активно стрелять. Вот тогда проходит урон. Давайте вам еще раз покажу. Вот мы в него стреляем. Сейчас вот как раз он замер из-за того, что его укусила эта челюсть, которая бегает. И мы можем наконец-то в него пострелять. У нас была проблема, что один из нас вышел в АФК, и все челюсти почему-то все время агрились на него. Из-за этого было очень сложно перенести на этого монстра-босса. Ну что ж, таким образом челюсти его кусают, он застывает, вы в него стреляете. И только так можно пройти босса. Короче, ребята, это Unreal. Вот видите, вот эти вот челюсти, и сразу бежите к боссу. Они его кусают, он замирает, и в этот момент активно наносите ему урон. Все, ребята, после того, как это чудо произойдет, вы его убьете, в чем я, конечно, дико сомневаюсь, вы получите две награды. То есть любую машинку вы можете одну выбрать. Если вы хотите получить две машины, то, пожалуйста, переигрывайте еще раз, и тогда вы сможете получить вторую машину. Короче, я так понял, что этот ивент смогут пройти только читеры, либо же какие-то реально про, которые, я не знаю, просто с мега-реакцией, которые могут проходить подобные ивенты, каким-то образом не получать урон,
контролируя всю ситуацию. И что самое обидное, ребята, может не обидное, потому что за то, что вы пройдете босса, вы получите откровенное говно. Ну, честно. Смотрите, что вот это вообще такое? Какой-то пропеллер, какая-то непонятная штуковина, некрасивая. Ездит довольно-таки шустренько, но, как по мне, смысла от нее вообще никакого. Есть куча разных машинок, которые намного красивее выглядят, чем вот эта вот дорога, которая тут катается. Ну и меха я вам хотел показать, что будет, если вы заспавнитесь на нем. У меня, конечно же, была такая интересная идея, а что если на нем заспавниться и ходить, проходить, скажем так, этот режим уже на роботе. Ну и недолго думая, я решил это проверить. Короче, видимо, разработчики тоже об этом подумали. И смотрите, что происходит. Вот ребята еще со мной что-то пишут. Хоп, тишина. Никого нету, только я остался. Дело в том, что они попали теперь на батл, а я нет. Так что, получается, вы на нем попасть никак не сможете. Я смог, кстати, так как у меня есть админка, заспавнить мехов, чтобы мы быстрее пройти. Я хотел вторую машинку еще получить вам показать, но оказалась такая странная штуковина, что несмотря на то, что у меня бессмертие, если вашего меха убивают, то вы умираете. Так что у кого есть випка, ребята, такое не делайте. Но опять же повторюсь, даже если бы я получил эту машину, как только я перезайду, как только я выйду из игры, она сразу пропадает. Ну что ж, ребята, у меня не получается проходить, возможно, у вас получится. Желаю вам удачи, вы теперь знаете, как это сделать. Всем пока.